Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю, дорогие друзья. Я продолжаю цикл, запись цикла таких бесед, которые я назвал дорожными такими беседами, дорожные беседы. Цикл дорожной беседы, так можно назвать это, да, на самом деле. Потому как я записываю эти программы, их уже достаточно много, этих программ, именно в дороге. И, пользуясь случаем, я хочу записать сейчас тоже, в купе находясь, поезда Махачкала-Санкт-Петербург, 135-й поезд. И я нахожусь сейчас в поездке из Ростова на Дону. И хотел бы записать эту программу. Я часто беру с собой камеру. Конечно, как вы уже заметили, наверное, в социальных сетях оставляю много и проповедей, и таких вот бесед поучительных. Записываю их в аэропорту, где-то в аэропортах, да, значит, на вокзалах, вот, в автобусе, в поезде, как сейчас, допустим. Вот, и пользуюсь случаем, что вот сейчас такой не сезон, и как бы никто нам не мешает, никто мне не мешает записываться. Я опять еду один в купе, и попутчики все вышли, слава Богу, за эту возможность записать еще одну программу. Сегодня 6 марта. Я хочу сказать о Пуриме. Друзья, о празднике Пурим. Пурим. Дело в том, что завтра, 7 числа, 7 марта, по такой давней-давней традиции, которая идет еще с, как мы говорим, еще ветхозаветных времен, соблюдается такой пост Эстер, пост Исфири. 8 числа в этом году, в 12 году, 8 марта, в России празднуется как женский день, но также именно в этот день совпадает в 12 году с праздником Пурим. Праздник Пурим, он описан в Библии, поэтому не только для евреев, но и для христиан это очень важно знать и важно каким-то образом вспоминать об этом так или иначе. Знаете, некоторые христиане, допустим, убеждены, и православные, и протестанты, и католики, с кем я общаюсь, с кем дружу, они убеждены, что, ну, такие праздники, которые хоть в Библии написаны, но они для евреев. Пусть будут, пусть евреи их соблюдают, но как бы, ну, мессианские, может быть, евреи, те, которые приняли Иешуа, но они именно как еврейская община, пусть они их празднуют. А мы, христиане, как бы, если, допустим, из язычников, из, допустим, обращенные из русских, вот, русские христиане, украинские, там, американские, африканские, неважно, с других народов со всех, не с еврейского народа, а с других народов земли, то есть мы язычники-то и обращенные язычники, что нам это как бы не надо, ну, как бы, зачем оно? И зачем усложнять свое христианство, зачем усложнять как бы свою жизнь, вот. Но как бы правда такова, что наша жизнь, она из праздников тоже некоторых состоит, из будней, из праздников. И какие-то праздники мы все равно будем праздновать, как бы хочешь, то хотим или не хотим. Какие-то события мы вспоминаем, какие-то праздники мы празднуем, вот. И их много праздников. Откроем, к примеру, наш церковный православный календарь, так там этих праздников очень много. Празднолюбцы, как говорит, говорят тексты богослужебные, порой православные, о самих же православных христианах. То есть мы любим праздники, да, на самом деле. Их очень много, этих праздников. Каждый день какие-то есть события, вспоминаемые, какие-то святые, большие, малые, великие. Какие-то праздники большие, малые, некоторые мы называем Господними, некоторые мы называем, там, допустим, великими праздниками. Да, это традиция уже тысячелетняя, полторы тысячелетняя традиция. Но есть еще более давняя традиция, есть еще более глубокая традиция. И есть традиция, Божья традиция.
интересно, да? Вот мы порой называем Господними праздниками в традиции православной, религиозной традиции, называем праздники, которые так или иначе посвящены Господу, Господу, Спасителю нашему Иисусу Христу. Допустим, Рождество Христово, там, Крещение Господне, да? Какие еще мы знаем такие Господне? Преображение Господне, ну, какие сейчас на память приходят? Много событий из жизни Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, как написано в календаре православном, вспоминаются. И эти праздники, потому мы их так называем Господними праздниками. Хотя, конечно, не Господь их устанавливал. Их устанавливали люди, эти праздники. Эти праздники в нашей деноминации, в православной, не только в православной, конечно, они есть и у католиков, конечно, безусловно. Мы же вышли из католицизма, собственно, Или они от нас, там это такой древний спор. Не будем влазить в этот спор. Ну, короче, мы разошлись однажды в 11 столетии с католиками, с нашими братьями западноевропейскими. Ну, с тех пор, у нас все так вот, в кривь и в кось. Но ничего, и в католической, и в православной традиции это есть. Да и в протестантской традиции. Знаете, протестанты, кто такие? Это же вчерашние католики, вчерашние православные. Там чаще всего, раньше, допустим, в период, царизма, допустим, или европейской тирании, папизма, невозможно было представить себе какую-то альтернативную христианскую церковь, поэтому держала структура через насилие, через инквизицию и прочее. Но протестантские церкви, чаще всего даже особо не задумываются, или, как сейчас говорят, не заморачиваются, просто берут традицию уже существующую, православную, католическую, и ее больше или меньше используют. Конечно, в протестантской традиции, допустим, не используется, не используются, допустим, Богородичные праздники, да? Праздники в честь святых каких-то. Я не слышал, допустим, чтобы протестанты праздновали Рождество Богородицы, допустим, или Успение Богородицы. Может быть, есть такие протестанты, я не спорю, но я не встречал. Я много знаком с протестантизмом. В последние годы я часто общаюсь с протестантами. У меня много друзей, пастырей разных деноминаций, конфессий протестантских. Знаете, баптисты, пятидесятники, харизматы, адвентисты. Очень разные. Лютеране, кальвинисты, реформаты. Протестантизм в целом, конечно, явление очень прогрессивное. Именно, конечно же, держащееся Слова Божьего, пересматривающий, уже 5 столетий, реформация продолжается, я Богу за это очень благодарен, за то, что уже 5 столетий продолжается такое, очищение, что ли, церкви, освобождение церкви. Я сегодня буду говорить о празднике Пурим, но не совсем обычно. О празднике Пурим много говорится, христианами разных деноминаций, евреями, христианами. Но я хочу в разрезе реформации поговорить с вами, как священнослужитель, как архиепископ Украинской реформаторской православной церкви. Те, кто не знаком, зайдите на наш сайт, церкви alivechurch.info, живаяцерковь.info. Ваше здоровье. Пока. Сегодня попью чайку еще по дороге. В поезде очень люблю чай пить. Наверное, вы тоже. Это очень такая давняя уже традиция. Не знаю, как в других странах мира, но в советской традиции есть такая народная традиция. Как только мы в поезде, мы любим чай пить. Кстати, я с китайцами ехал в поезде, они тоже очень любят чай пить. Они прямо еще не успели тронуться, они уже сразу раз туда к термосу, к самовару, тут же кипяточек носят, все. Так очень живо. И пьют чай. Это хорошо, наверное. Ваше здоровье. Да, и если вы мало знакомы еще с православным реформаторским движением, то с обновленчеством современным, то вы можете на нашем сайте, на сайте Украинской реформаторской православной церкви, в любой поисковой системе вводите Украинская реформаторская православная церковь, Ukraine Reforming Orthodox Church, там на русском, на английском есть материалы. И
конечно, да, на название сайта alivechurch.info, живая церковь.info. Так вот, и там в тезисах церкви нашей говорится немного о празднике тоже, в принципе. Тезисы почитайте, пожалуйста. Те, кто не знаком или мало знаком с обновленчеством православным сегодняшним, современным, то я рекомендую, очень рекомендую такие почитать, эти тезисы. Там есть вверху нашего сайта как раз такая строчка в разделе церкви, миссии, служения, там адреса наших священнослужителей, а вот их имейлы, там телефоны и мои также контакты, там странички в социальных сетях мои там есть, и наших священников, и не о том. А там еще наверху есть такая рубрика, называется «Тезисы православной реформации», как-то так назвали мы ее, этот раздел. И там есть 20 тезисов, открывается, это собора 2003 года в Киеве, второго поместного собора Украинской реформаторской православной церкви. И там, в общем-то, главные такие темы указаны, как раз реформация. Мы держимся до сих пор этого курса, тогда заданного. Но для тех, кто хочет поглубже узнать именно о вероучении реформаторской православной церкви, о направлении нашем, то там же, в этой же рубрике, на этой же странице, есть в PDF-формате 100 тезисов православной реформации. Их можете прочесть, распечатать и поглубже узнать. Там немного тоже о праздниках говорится. Там говорится, что мы не празднуем как реформаторы, как обновленцы, как именно реформаторы православные. Мы не празднуем, допустим, там праздники богородичные, там какие-то связанные. Я уже назвал, да, те, что протестанты не празднуют. В этом плане мы тоже протестанты, по сути, потому что мы протестуем против таких вот, знаете, заблуждений, таких вот, как бы, на самом деле, древних заблуждений, уже тысячелетних, полторы тысячелетних заблуждений. То есть нам лишнее совершенно празднество в честь Марии, Матери Иисуса Христа, в честь там других умерших святых или ангелов. Мы празднуем только Господу Богу всемогущему празднество. И знаете, господа, братья, сестры, но вопрос с Господним праздником тоже не так-то прост, как он кажется, по первости. Это очень все непросто. Потому что, хотя праздники, допустим, мы празднуем там Рождество, Крещение, Преображение, но, положа руку на сердце, эти праздники, знаете ли, из пальца высосаны, знаете, с потолка взяты. И события евангельские, да, не спорю, но это как бы формировало все в момент, когда церковь вышла из подполья, и она попала под диктат такой власти, под, ну, в тиски цезарепапизма, и, конечно же, политики как хотели, так и значит, кромсали тело Христа. Это тема отдельных лекций. Кому интересно, послушайте мои лекции по истории христианства и по истории христианской церкви, цезарепапизма, и многое вам прояснится, я убежден. И, кстати, вот я в Ростове-на-Дону был сейчас в эти дни, с 1 по 4 марта, проводил семинары, служения, проповедовал много, и даже немного хрип, как слышите, наверное. И знаете, и записывался семинар. Кстати, я надеюсь, что очень скоро семинар уже будет в сети. И если нет, то вы можете заказать какие-то записи. Не знаю, там у ребят там хорошие камеры в церкви. Церковь Христа Спасителя, город Ростов-на-Дону, пастор Владимир Хвалов. Там у них там, у ребят, смотрю, хорошие камеры. Значит, там, мне так с собой такая любительская обычная камера GVC, значит, там, но у них, конечно, хорошая, уже серьезная аппаратура, они записали классно, я думаю, все будет у них там. И в ближайшее время можно будет это все, значит, заказать. Свяжитесь с ними, пожалуйста. Еще, кстати, также меня приглашал, собственно, пастор Александр, это раввин мессианской местной Ростова-на-Дону синагоги, общины. Мессианские христиане, там мессианские верующие очень активно принимали участие в этом семинаре. А сам семинар я хотя заглавил «Израиль и церковь», «Церковь и Израиль», вчера, сегодня и завтра. Но так получилось, что три вечера было отведено этой теме. Ни в один из этих трех вечеров я так и не начал, по сути, по большому счету, именно саму тему.
так получилось, что вот я верю, что это Бог так просто вел. Знаете, вот, я говорил о вещах, об Израиле, о церкви, да, но как бы вот в таком разрезе, знаете, вот как бы подготовляя больше к этому семинару, чем, значит, именно, значит, как сказать, приступая к самой теме, потому что тема очень глубокая, большая, обширная тема, даже не... Я надеюсь, что в ближайшее время в Ростове-на-Дону получится провести такие семинары именно на эту тему непосредственно. Да, и, как я говорил уже выше, о праздниках именно, и приближаясь к празднику Пурим, завтра будет пост, посвященный как раз празднику Пурим. Его в традиции называют еврейской, христианской, именно как пост Эстер в начале, а потом уже сам праздник Пурим. 7 числа вечером начинается, в этом году, 12 году, как я уже говорил выше. Так вот, и Господними праздниками, по большому счету, можно назвать вот те праздники, о которых говорит Библия, где Бог, который Бог сам установил. Праздник Пурим, хотя не Бог его сам устанавливал, но он написан в Библии. Он был, на самом деле, свидетельством Божьего чуда. И Иисус Христос, Мессия, Иешуа, Машиах, он праздновал этот праздник, конечно же, как и все остальные евреи, и апостолы Иисуса Христа, первые верующие, мессианские эти христиане, они праздновали. Поэтому я думаю, что есть смысл и нам, христианам сегодня, 21 столетия, независимо от нашей национальности, если в нашем сердце живет Иисус, Мессия, Иешуа, то мы должны, на самом деле, обо многом задуматься. Знаете, праздник Пурим – это не просто праздник избавления, даже, который был когда-то. Праздник Пурим – это избавление, которое происходит сейчас, в наши дни. Потому что Бог наш, Он есть Бог Пурима. И любящим, написано в Новом Завете, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Даже если ты не еврей, если ты часть народа Божьего, если ты покаялся, принял Иешуа Машиаха, если принял Иисуса Христа как Спасителя своего, то ты наследник великих благословений Библии. И, конечно же, Пурим не замедлит ждать. Он обязательно будет в твоей судьбе. Какие бы враги ни бросали о тебе жребий, какие бы враги ни замышляли какое-то злое против верующих, против Церкви Иисуса Христа, против Божьего народа, против Израиля как государства, против народа еврейского, то есть то, о чем говорит Библия, то это оружие будет неуспешным. И это правда. Много есть примеров. На семинаре я некоторые вещи приводил из истории Израиля. На лекциях по истории христианства я привожу много примеров из истории Церкви, тоже как раз именно таких пуримов, больших или малых пуримов. Вот в этом году собираюсь, дай бог, в Чехию, в Прагу, и я думаю, обязательно, даже на конференции буду говорить о Яне Гусе, великом чешском реформаторе, о моравских братьях, и, конечно, вот касательно, допустим, гуситских войн, когда просто крестовый поход был обрушен на маленький чешский народ, и Европа объединенная, по сути, под властью, безбожная Европа, католическая, под властью римского папы, как антихриста некого, такого, знаете, или тирана тогда. Ужасные времена были, конечно. То самое злое 15-е столетие. И крестовый поход, по сути, был объявлен против маленького чешского народа. И армия была разгромлена. Первая волна, если вы интересовались какой-то историей Чехии, историей пробуждения, там, реформации, знаете, обновления Чехии, то... Конечно, вы, наверное, обратили внимание на тот факт, что это было сверхъестественно. Это было первое сражение, сам Бог вступился за чехов. Они молились, постились перед Богом. Они понимали, что силы неравны, и они не смогут выстоять против такой гигантской армии крестоносцев. Но Господь усмотрел, знаете ли, и враги были повержены. Они сами себя поубивали, в общем-то, по большому счету. Чехи лишь потом видели полное поле мертвых этих рыцарей и собирали вооружение. Вот какая-то еще остановочка у нас такая есть, походу. Ну, я так понимаю, совсем маленькая остановочка, полустанок. Ха, по требованию. Я не знаю. Извиняюсь за голос. Я за эти дни охрип.
Вот, слава Богу. Так вот, господа, друзья, приближаясь к празднику Пурим, тогда, если кто мало, может быть, понимает, о чем даже говорю, может быть, может, мало знает праздник, о празднике там, откройте Библии ваши и просто почитайте про книгу «Эсфирь». Там все очень подробно рассказывается. Конечно, враги хотели уничтожить народ Божий, но ничего не получилось у них, потому что была смелая женщина, которая доверилась, на самом деле, Богу, и они постились, молились, и победа была за нами. Слава Богу. Но, кушая на этом празднике у шамана, мы вспоминаем, что Господь, Он, на самом деле, Он врагов наших поражает. А главное, чтобы мы доверяли Ему, смирялись перед Ним. Написано, что если народ смирится, если народ будет искать лица Его Божьего, если сам Бог сказал, если будем мы молиться, каяться, то Господь, Он будет заступаться нас на самом деле. Это так. Бог помилуй нас, Господь, помилуй. Мы нуждаемся в этом сегодня. В заступничестве народ Божий нуждается. Да, друзья. Ну, и касательно праздников Господних, они есть в Библии, а праздник Пурим, я думаю, это для, не только для евреев, но и для христиан. Потому как мы все читаем Библию, назидаемся, вразумляемся, для нас эта книга богодухновенная, и книга «Эсфирь» – это книга богодухновенная. И не только евреи по крови своей праздновали этот праздник, но и те, которые присоединялись к народу Божьему из других народов нашей такой земли, в такой не очень дружной семье народов нашей планеты. Слава Богу, Господь родил свой народ, чтобы говорить этому миру о том, что он есть на белом свете и что он жив. И есть традиции на этот праздник, традиции, допустим, угощать сладостями какими-то, вот, ну, переслать подарки такие, знаете ли, через кого-то еще, допустим, благословлять, жертвовать нищим, помогать бедным. Это очень хорошая традиция. И в ортодоксальных синагогах соблюдается другая традиция еще напиваться. В это дело, значит, до тех пор напиваться алкоголем, чтобы уже не отличать уже благословение от проклятия, Амана того злобного, Гитлера того времени, от Мордехая. То есть, ну, это традиция уже не для христиан, потому что в Библии написано Нового Завета, что не упивайтесь вином, а исполняйтесь духом. Поэтому для, значит, новозаветных празднолюбцев, для новозаветных тех, кто христиан, кто будет праздновать, и мессианских праздновать Пурим, есть добрый совет: исполняйтесь Божьим духом. Это, знаете ли, это новозаветная такая, ну, благо такое, это новозаветное такое обетование, это на самом деле отличительная черта как раз новозаветного времени, когда действительно время благодати, мы называем, когда, значит, Дух Святой не просто точечные какие-то удары наносит на нашу планету, приходит на царей отдельных пророков, отдельных людей, как было в Ветхом Завете, но Дух Святой безраздельно господствует, царствует и удерживающий здесь, Дух Святой здесь, Он сейчас здесь с вами. Можете призвать Его имя, призвать имя Бога, Отца, Сына, Святого Духа. Можете помолиться прямо сейчас, призвать имя Иисуса Христа и пообщаться с Духом Святым. Да, это, может быть, странно выглядит, но в Библии Нового Завета говорится, что общение с Духом Святым пребудет со всеми вами. То есть Это личность. Некоторые, правда, есть такие люди, называя себя христианами, они считают, что это просто энергия, сила. Но это, конечно же, глупые совершенно воззрения, потому что оно не библейское, потому что, согласно слову, имеем общение с Духом Святым. Как можно общаться с энергией просто? Это абсурд. Тем более есть мысль у Духа. Это мыслящее существо, это личность, мысль, которая мыслит, которая говорит, с которой можно иметь общение. Просто он невидим. И некоторые
евреи, в частности, как бы сомневаются, потому и говорят, а не многобожники или христиане, потому что говорят об Отце и Сыне и Святом Духе. Нет, ни в коем разе. Даже, кстати, мы говорим об одном Боге, один Бог, да. Мы говорим о трех божествах, но и об одном Боге. Это кажется абсурдно. Как ни странно, сама еврейская традиция говорит тоже примерно об этом же. Есть об этом очень интересные свидетельства из Талмуда, из других писаний. И сама молитва Шма, самое, наверное, знаменитое исповедание, такое короткое, очень кредо, такой символ веры. Шма, Исраэль, Адонай, Элохейну, Адонай, Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И вот слово Эхад, единый, не как единственный, да? Да, единственный, да. Но означает именно единство, которое в согласии, единство, которое действительно больше, чем просто один. Как написано, это же слово, кстати, говорится о мужчине и женщине, которые вступают в брак. Тоже «эхад» написано. Я женатый человек, и я сейчас нахожусь в поезде, моя жена дома, но мы, согласно Торе, согласно Библии, мы «эхад», мы одно, мы едино. Потому что Бог нас соединил, и, знаете ли, мы остались двумя личностями, да, после брака. Мы не слились, знаете, как сиамские близнецы, мы не срослись, мы не стали одним организмом. Даже скажу так, мы разные, да, люди, мы притираемся, да, все эти годы, уже больше 20 лет, значит, живем вместе, значит, и вот это, слава Богу, удивительное таинство брака. И скажу, что но мы мужчина и женщина. И вот так же Бог, написано «эхад», «эхад», значит, Он единый и Отец, и Сын, и Дух Святой, сии суть три, написано «едино». Можете пообщаться с Богом, и пусть Пурим, он будет в вашей судьбе, Божий переворот. Аман тогдашний, как его называют, Гитлер тех времен, он просто бросал жребий, или Сталин, какой-то тиран такой, знаете, вот тиран, которого хотел уничтожить, истребить Божий народ. Как было у Сталина, там, допустим, дело врачей, помните, из истории, когда он хотел истребить Божий народ, но получилось не так, получилось, что Бог заступился. И Пурим опять состоялся весной 53-го, состоялся Божий Пурим опять, как и много столетий тому назад. Вот мы снова в дороге. Надеюсь, уже в Туле запишу еще. Как раз в Москве и, даст Бог, в Петербурге тоже. Ну, запишу я еще программы как раз о Пуриме. Посмотрим по времени, где я буду в эти дни, посмотрим. Я буду стараться записываться и быть на связи. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. Во имя Ишуа Машиаха, во имя Иисуса Христа.